Всех приветствую! Сегодня мы приехали в такую небольшую деревушку Трезебург. Как в классике в фильме говорили, погода просто лепота, поэтому мы сейчас решили не сидеть дома, выехать в эту деревню, походить тут, посмотреть, ну и решили заодно вам показать. Говорят, что эта деревня была вроде как бы основана где-то в середине 15 века, ну вроде говорят, пишут, а по крайней мере, что и раньше были тут какие-то шахты, в общем, тут добывали руду. Честно говоря, не хочу историю рассказывать, потому что я сам в нее особо не верю. Сейчас мы лучше походим, посмотрим. Погода прекрасная, поэтому сидеть дома неинтересно. И тем более завтра весна у нас заканчивается, опять будет похолодание. Как-то так, поэтому надо ловить момент. Давайте сейчас пойдем и что-нибудь интересненькое найдем. Тут у нас река вот справа от меня, там домики интересные, там какие-то тропинки. На обратном пути постараюсь записать дорогу, вот эту серпантин тут горная вот такая вот. Мы ехали, чуть авария, какой-то встречный вот такой вот. Решил срезать, когда не видно, что там за поворотом. Хорошо, я успел среагировать, затормозил. Он, по-моему, сам в шоке был. Ну, в общем, все удачно прошло. Доехали. Давайте пойдем. Пока я ничего не вижу интересненького. Домики на разной высоте стоят. Ну, сейчас поспрашиваем, посмотрим карту. Тут вот кафешка на улице. Можно посидеть, кофейку попить или еще чего-нибудь. Кому что вздумается. Тут у нас мост впереди. И тут начинается река Боды где-то тут, в общем. Где точно, я не знаю. Но, в общем, где-то тут начинается. Вот у нас есть карта. Сейчас мы ее глянем и пойдем дальше. Вот у нас река. Ну, в общем-то, я не знаю, где она тут начинается, но она тут уже довольно бурная. Наверное, все-таки она не тут начинается. Где-то, наверное, дальше она начинается, по-любому. Домиков такое расположение. Интересное. Мы сейчас немножко вернемся, там я увидел такую интересную дверь. Но, к сожалению, она закрытая. Да, явно тут... Она не начинается, где-то явно дальше. Тут у нас кабанчик такой, очень прикольный. И на нем какой-то шахтер сидит. За хвост держится. Молодец, хорошо зацепился. Вот мы увидели какую-то конуру. Куда уходит, что уходит? Она мелкая. Я думал, она глубокая. Сейчас приближу. Так будет лучше видно. Она, оказывается, не глубокая. Ну, ё-моё. Жаль. Пойдем дальше искать что-нибудь интересненькое. Ну вот мы немножко пошли уже, чуть-чуть там посмотрели другую карту, немножко более понятную.
Какой-то есть небольшой тут замок. Сейчас пошли его искать. Ну вот тут кто-то распродажей занимается прямо на дому. Всякого барахлишка. Илья, тебе надо тоже в окне навырезать, выставить в окне все твои поделки по дереву. И смотри, смотришь, клиентов так наберешь побольше. Там машина во дворе стоит, уже заросла там неизвестно сколько. Ну и домик, походу, тоже под номером 13, наверное, поэтому ему так не повезло. Стоит в таком запустении, брошенный. Ну, не знаю, может, продают. Никто не хочет покупать. Хотя место, конечно, шикарное. Красиво, в горах. Единственное, когда снег тут выпадает, выезд отсюда, конечно, очень-очень веселый, я так думаю. Ну да, похоже, мы с Ильей правильно разобрались карте. Вон он у нас уже спереди появился, выглядывает. Ну, как бы маленький такой, но выглядит немножко как маленький замок. Сейчас мы подойдем поближе, посмотрим. Ну, в общем, если кто-то новенький и не в курсе, вообще, конечно, я об этом много раз давно говорил, что моей целью не является кому-то что-то разжевывать, в основном показывать. И свое мнение я высказываю, принимать какую-то информацию или нет. Ну, тут, в принципе, разуться можно перейти. Ну, там дальше есть мостик. Но если, я знаю точно, если человек уже своим глазам не верит, то ему хоть какие доводы говори, он все равно вам не поверит. Но вы представляете, если есть люди, которые своим глазам не верят. Ну, сейчас мы подойдем поближе к этим красивым домикам. Перейдем через мостик. В общем, мы как написали мне, я помню, два малообразованных крестьянина с ружьями зашли и смотрим. Да, так оно и есть, друзья. Мы два бородатых, малообразованных крестьянина с ружьями. Правда, ружья в машине оставили. Вот, идем и показываем вам то, что сами видим. Хотите, смотрите, хотите, нет, раз и выключайте. Никто тут силой никого не держит. Вон рыбаки форель ловят. На флигенруты по-немецки называется она. Один раз я попробовал, купил даже катушку с такой леской. Попробовал, мне не понравилось. Ну, конечно, там опыта надо набраться серьезного. Вот это вот разматывание. И потом, наверное, надо что-то поймать, чтобы было желание продолжать этим заниматься. У меня как бы особо не получалось. Ничего, тем более, я не поймал. Поэтому я это дело забросил. Ну, может быть, сейчас будем ходить, может, он что-нибудь поймает, а мы отснимем. Да, пару метров надо вернуться, чуть шахту не проскочили. Хорошо, у нас сегодня тоже 4 глаза. Я вот не заметил, часто бывает так, на что-то отвлечешься и не видишь. Илья увидел шахту. Сейчас мы туда свиданем, может, что-нибудь увидим. И нифига мой фонарик не добивает туда. Ну, как бы добивает, но на камеру. Ну, сейчас я попробую приблизить. Может быть, так она лучше покажет. У нее почему-то зрение прорезается, когда приближаешь. Ну, в общем, куда-то она туда уходит, я так вижу. Но дальше я не вижу. Фонарика не хватает. Явно куда-то она глубоко уходит. Ну, она, естественно, запечатанная, поэтому мы туда не пойдем.
Ну, честно говоря, туда и обувь надо, и, наверное, какие-то штаны специальные и так далее. Тут вот такой железный мостик, ну, в принципе, его видно было уже. Идем мы к этим красивым домикам каменным. Просто посмотреть, как они построены. А есть ли окна под землей, например? Или, правильнее сказать, под глиной. Ну, хотя вижу, как-то они, окна уже, тем более, выглядят, как будто низ, видишь, как выглядит, как заложенный, да? И, походу, тут не два было, а одно огромное. Да? А может, это ворота были вообще, а не окна? Но не факт. Ну, надо вовнутрь попасть, тогда понятней становится. Иногда ты, когда снаружи смотришь, одно мнение складывается. Вот у нас городки в центре, например, я уже различаю дома, которые старые, хотя они снаружи обделаны, ты уже... Обделаны, опять говорю, многим ухо это режет сильно. Отделаны. Обделаны. Ну, ничего страшного, нормально это все. И, короче, ты не... Как мог, так и строил. Да, ты кто обделал, кто отделал. В общем, ты не поймешь, какой дом. Вот смотри, что тут. Вот тут дверь была, возможно, и, возможно, она была намного глубже. И та, возможно, вторая тоже дверь была глубже, понимаешь? Тут сейчас вот вовнутрь надо зайти туда и посмотреть. Вот, конечно, он красивый, и тут уже обновленный все вот это вот, обложенный новым кирпичом, видно, очень много. Да, походу, и камень тут использовали уже. Возможно, у него это вообще снаружи полностью вся облицовка. А какой он сам, из чего построенный, сейчас даже не разберешься. Это надо где-то в подвал зайти, где штукатурка отвалилась, там увидишь и сразу понимаешь, что тут что-то не так. У меня дом жил, я уже много раз рассказывал. Он датируется 64-м годом прошлого века. А там кирпичные стены почти метр. Большие окна под землей. 3 метра высотой потолки. И, короче, понимаете, в 64-м году прошлого века, где вы видели, чтобы строили кирпичные стены в подвал, ну, метровый? Да нигде. Это понятно, что он построенный был просто на остатках каких-то. Ну ладно, идем мы дальше. Куда-нибудь сейчас еще забредем. Там где-то вроде замок еще сверху был когда-то, я так подозреваю. Потому что фотографии я не видел. Скорее всего, ну, может, руины какие-нибудь остались. Сейчас походим. Тут такая скала свисает. Ну и дальше предупредительные знаки, что могут быть камнепады. Идите осторожно. Если камень будет лететь на вас, то убегите в речку. Вот она тут недалеко, Илья. Не переживай, если что, нырнешь и вплавь от этого камня. Ну, вот этот третий домик такой, подобно отделанный вот этим камнем, ну, кирпич современный. Ну, не знаю, может быть, там вот хозяин просто, может, просто себе там что-то типа погреба устроил там. Да, что-то, какую-то конуру себе сделал, может, там и глубокая шахта. Нас туда никто, конечно, не пустит, мы не знаем. Ну, а ты, кстати, был? Ну, как-то окна низко все время. И тут тоже, смотри, значит, получается, пол там низко. Еще неизвестно, есть там подвал, нету? Вот мне интересно. Вот это было бы вообще, если подвал еще есть, это вообще прикольно. Но ни хозяев, ни людей, как говорится, ни тех самых, никого. Как будто вымерли. На улице сейчас сидеть хорошо, на солнышке. Мы бы спросили... Но не у кого спросить. О, поднялись на такую высокую гору. Стоит там фотография. А, сейчас будем вниз идти. Я забыл фотографию снять. Ну, понятно, что как бы она нарисованная, а не фотография даже.
Где-то тут, в общем, неизвестно где, но я так понимаю, по рисунку был когда-то большой замок, от которого в помине ничего нету. И нигде вот на ближайших горах я даже остатков не наблюдаю. Ну, понятно, что, скорее всего, его нету, потому что, ну, я погуглил немножко, фотографии посмотрел, прежде чем сюда ехать. И фотография хотя бы какие-то были бы, хотя бы каких-то руин. Но подобных фотографий я не нашел, то понимаю, что, скорее всего, ничего подобного нету. Сейчас мы походим еще, посмотрим в другую сторону, по другой дороге пойдем. Ну вот, тут втирают, что вот такой вот замок был огромный, и от него типа ничего не осталось. Кто-то в это может вообще поверить? Ну, я, например, в это не верю. Блин, ну туфта полная. Чтобы ничего от такого огромного замка не осталось. Ну, тут какое-то углубление есть. Но это я понимаю, скорее всего, во Второй мировой тут окапывались. Какая-то оборонительная точка. Это понятно. Ну, это нормально. Пошли мы дальше. Да, ходим, ходим. В общем, интересного пока ничего больше не нашли. Вот скалы слоеные, интересно, он почему-то вот почти вертикально, да? Почти вертикально. Сверху как немножко рваный такой. Ну, кстати, мы с Михаилом, когда ходили по ущелью, стали, шли. Я думаю, если бы мы по ущелью шли, то мы куда-то сюда бы и пришли, я так понимаю. Скорее всего. Просто эта дорога была бы, конечно, длинная. Мы где-то на полпути примерно повернули, обратно пошли. Когда, кстати, вот камень поменялся, гранит кончился, и начался такой более темный камень какой-то. Я помню. И нам почему-то захотелось развернуться и обратно пойти. Ну, походим еще немножко, поищем. Может быть, что-то еще и найдем. Ну, вот опять бурно сочится так скала, прям из скалы вот так вот вода льется. И это по поводу образования воды в горах, в скалах. И вот она превращается. И так, я думаю, везде-везде понемножку. И вот в такое превращается. Ну вот, на этом, пожалуй, и заканчивается наше видео. Погуляли мы немножко. Ну, в общем-то, погуляли хорошо, в принципе. Но единственное, что мы ничего интересного не нашли. Возможно, есть, но где-то очень далеко. Насколько мы походили, насколько нашли, столько нашли. В общем, как-то так получилось. А сейчас едем обратно немножко. Вот дам Илье, пускай немного снимет серпантин дорогу. И, в общем-то, на этом, пожалуй, все. Всем удачи, счастья, здоровья, пока.